Избирательные участки будут открыты до 20:00. Это значит, что все желающие могут выразить свою гражданскую позицию до самого вечера. Однако многие восточно-казахстанцы поспешили именно к открытию избирательных участков, чтобы в числе первых отдать свой голос. Сегодняшний день многие люди воспринимают как праздник. Это день, когда все казахстанцы могут выразить свою волю, сделать свой выбор. А на избирательных участках активно поддерживают хорошее настроение у голосующих. На многих из них играет музыка, развернуты столы с угощениями, а также дежурят медицинские работники. Один из первых утром зашел на избирательный участок с осознанным выбором. Сделал его быстро. День сегодня замечательный. Я думаю, что все проявят свою солидарность со мной и сознательность и посетят свои избирательные участки, сделают правильный выбор. Всех поздравляю с праздником. Сегодня день выборов. Приглашаю всех земляков сделать свой выбор за нашу родину, за наш будущий Казахстан. Я сделал свой выбор. Я сделал выбор. Вот, пришел с удовольствием. Вот, как бы всем желаю здоровья, всем желаю счастья в нашем Казахстане. Среди тех, кто пришел сделать свой выбор, люди всех возрастов, и молодые, и взрослые, и пожилые. Всех объединяет вера в светлое будущее и то, что их воля поможет стране определить направление для дальнейшего развития и процветания. Анна Коцарева, Гульдана Айдаркызы, Асхат Ордыбаев, Алтай Акпарат.